Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов GrandStart.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм. Это костюм Человека-паука. Spider-Man. Вот так вот выглядит в запечатанном виде. Такая вот цветная упаковочка. Вот так он будет выглядеть на картиночке. И давайте мы посмотрим, соответствует ли картинка действительности, как он выглядит на самом деле. Упаковочка удобная, уже с ручкой можно переносить, застегивается. В товаре у нас визитка интернет-магазина GrandStart.ru. И посмотрим там костюм. В нашем интернет-магазине несколько вариантов костюмов Человека-паука. Сегодня мы рассмотрим один из них. Вот такая вот маска с прорезями для глаз. Очень интересная. Костюм атласный. По шее у нас идет он на резиночке, тянется, что очень удобно. Такой универсальный головной набор. Далее в комплект у нас входят атласные штаны, синие, они на резинке. И по низу у нас красные. Внизу тоже вставлена резиночка. Вот так вот. То есть, если даже немножечко, когда великоваты, очень удобно, они вот так вот по ножке опустятся. И то есть они не будут болтаться, их можно даже не подшивать. Это очень удобно. И в комплект у нас входит вот такая вот красно-синяя кофта с пауком. Кофта также атласная. Длинные рукавчики у нас здесь, все аккуратно прошито. Костюм довольно прочный. Вот полностью набор, то есть это кофточка, штанишки и маска Человека-паука. Если вам понравился данный костюм, заказывайте его на сайте GrandStart.ru.